Итак, у нас круговой турнир, уже третья битва, да? Первый победил у нас Гловер, во второй, соответственно, Марк, который проиграл Гловеру. Дуглас Гловер. Ну, я думаю, здесь как бы шансов никаких. Что нам показывают цифры, статистика? Гибсон, Дуглас вообще намного хуже пробежал Гловера. 37-8-6. Ну, не сказать, что совсем про, все равно результаты у всех высокие. Соответственно, пока по победе у Марка и у Гловера здесь. Марк одну проиграл, Гибсон одну проиграл. Это не все. Здесь у нас отсортировано. Здесь, ну, можно сортировать на самом деле сейчас по месту, да, первое, второе, третье, четвертое, да. Вот, результаты здесь. Ну, они, кстати, тоже соответствуют результатам. Хотя нет, вот. Гибсона время лучше. Ну ладно, вернемся назад. Хватит статистики, перейдем к практике. Так, Дуглас Гловер. Дуглас 17 раз бегал дистанцию, 28 Гловер. Ну, как бы не попал он. Неудачно стартанул раньше времени. Фальстарт. Так, с погодой Дугласу повезло. Так, 4.50, ну так себе, 8.64, так себе, средний результат показал Дуглас. Ну, для себя, наверное, может быть, и не так уж и плохо, да? У него 8.47 рекорд, 8.26 у Гловера. Ну, кстати, разница не такая уже, прям кардинальная. Смотрим, как у нас побежит дальше Гловер. Гловер, претендент на победу, номер один. Ну, уж должен победить. 4.36, ну, бежит, вот он, как настоящий рекордсмен. 8.46, ну, да. 18 сотых он выигрывает пока, после первых попыток атлетов. Теперь у Дугласа есть дополнительная попытка. С погодой не повезло, шансов, я думаю, 0. 8.46, надо улучшить ему свой рекорд. Ну, все бывает, в принципе, рекорд не ахти какой. Ну, нет, он пробежал хуже, с погодой не повезло, но вот 8.75, да? Ну, что ж, 8.75. 8.75, ладно. Ну, в зачет пошел, конечно же, первый результат. Счет в итоге 1-0. 6 ошибок. Следующая дистанция. Так, давайте. Следующая дистанция у нас, соответственно, Гловер. Сбежит. Он обладает мирового рекорда на дистанции 150 метров. 4.32, да, хороший результат. Минус 4.4. Ну, вообще, это прекрасно в итоге на дистанции, да, здесь 8.09, 12.15, близко к мировому рекорду. Конечно, Дуглас вряд ли, 12.60 у него, это надо прям ему прыгнуть выше головы, реально, с погодой, хоть ему, ну, не очень повезло, но тем не менее, не так уж и плохо, достаточно нейтрально. 4.50 уже здесь 18 сотых проигрывает, здесь уже вообще много, там практически 60. Шансов 0, да. Но это вторая, это его первая, точнее, 12.85. Ну, как он пробежал нормально, но не для этой стадии турнира. Вот сейчас он должен вложиться на 100%. Потому что дело близится к концу, ему надо уже все показывать, все, что он может. Попытаться. Ну, конечно, здесь 44 раза бегал эту дистанцию, 16 раз он. 4.54, 12 суток проигрывает. Точнее, 22 суток, 82, здесь уже практически полсекунды. Ну, да, без шансов. Ухудшил свое время даже на 3 сотых. Ну, в итоге пошла первая попытка зачета. Ну, еще первые попытки у него лучше получаются, да? Ну, соответственно, третья дистанция. Счет 2-0 у нас. Бежит сейчас Дуглас, начинает. С погодой, что мы смотрим? С погодой, ну, более-менее ему повезло. Здесь секунды вышел. Хорошо, 4.48 тоже неплохо бежит. Видимо, сейчас проснулся ответ, наконец, 8.50, но... Уже вполне неплохо. 12.77. Так, и 16 и 17 вышло. Ну, для себя, я думал, неплохо. Но для этой стадии турнира. Ну, такие его результаты позволили ему попасть в финал, тем не менее, да. Значит, он все-таки один из сильнейших. Гловер тоже повезло здесь с погодой. Все хорошо. 6 соток он сразу ведет. Здесь 1 сотую всего лишь ведет, то есть он бежит так, только как-то расслабленно. Но здесь вот сразу указывается класс, 25 соток уже сразу выигрывает. Уровень атлета, наверное, повыше. 16.58, да?
Его разминочный бег 16.58. Ну, попробуй преодолей его, Дуглас, да, со своей второй попытки, когда ты должен на 100% выложиться, без вариантов. 27. Ну, время реакции не очень. Не удалось нам здесь показать что-то выдающееся. 4.58. Ну, вот уже 16 суток он проигрывает. Здесь уже, ну, уже много. 30, практически там 2 десятых и больше. 12.84. 3 десятых проигрывает уже. С погодой, кстати, не повезло. 16.96 он показал результат. Это уже не его. Вот он результат. 17.06. Его берется в первый зачет. 16.96. Ну, все. Без шансов каких-либо. Все. Следующая пара. У нас сейчас здесь 3-0 без вариантов.